нас отборочный тур Южного федерального и Северокавказского федерального округа, отборочный тур на чемпионат России. Участников больше 50 команд, субъекты, значит, Волгоград, Астрахань, Пятигорск, Краснодарского края, регионы много. То есть достаточно, как всегда, стандартный набор Южного федерального Северокавказского округа. Наш Краснодарский край, да, конечно, доминирует, но очень много приехало с Волгограда. Аэробика у них сильно развивается, и дисциплина хип-хоп очень идет впереди.